Доброе утро, друзья. Я вот не перестаю удивляться. Я говорю, вот по одному и тому же месту прохожу, и вот эта вот птичка от Боженьки, она постоянно встречает и провожает своим именно пением. Обалдеть! Так здорово, именно в одном месте. Именно та же птичка, которую я неделю назад слышал. Ой, сегодня благо Боженька мне и карасиков послал. И карасиков мне сегодня послал. Внучка порадовать Тимофея Батьковича. Вот. Итак, сейчас пойдем еще венчиков срежем. Парочку, троечку. Вчера два березовых срезал. Над кроватью повесил. Такая блоухание такое конкретное. Сейчас у меня там два дубочка, две березки висят. Я еще сейчас кое-какой травки нарву. Травки нарву. То же самое над кроватью подвешу. И знаете, действительно спишь, как в лесу. Так здорово. У меня еще вот надо еще будет наволочку набить соломой. Соломой. Это вообще. Одно время в палатке спал, у меня солома была такой прямо. Матрас из соломы в палатке. Под головой солома. Это высыпаешься там буквально за 1,5-2 часа уже готов. Конкретно. Ой, все еще спят, а ты уже все встречаешь утро. Самым первым, может быть. Так что здорово. Ох, здорово, благодать, ребята. Все, немножко перелетело в сторону. Ну и хорошо. Пойдем мы нарежем веничков немножко березовых. Пора уже резать, резать и резать. Вернее, как подрезать? Резать — это какое-то грубое слово. Именно подрезать. Как подрезают многие кустарники. Деревья. Ой, да ладненько, ребята. Храни вас, Господи.